Там на небе тоже суета, и ангел поедает мандарины. Там облака в снежинках, красота, и январю-декабрь дышит в спину. А в Новый год за праздничным столом они здоровья нам всегда желают. Им радостно за нас, что мы живем, они о нас частенько вспоминают. То птичка в окошко постучат, то дверью скрипнут дома по привычке. Нас напугать, конечно, не хотят, но к нашим душам есть у них отмычки. Они же видят, как в ночи грустим, уткнувшись со слезами в одеяло. А нам покой души необходим, хоть больно от того, что их не стало. Когда часы пробьют 12 раз, и мы свои желания загадаем, родные наши в небе пьют за нас напиток, о котором мы не знаем. Безалкогольный, вкусный для души. Там пахнет мандаринами повсюду. Им вечно в наших душах жить и жить, как нам в их душах. Это ли не чудо? Там Бог снежинки счастьем заправлял и слал на землю к нам по просьбе близких. И по бокалам радость разливал своим друзьям и их родным по списку. Я верю, там никто не одинок. Там светятся сердца, а не витрины. И ангел, подуставший за денек, разносит нашим близким